Коми выбрали председателя Федерации профсоюзов республики. Им стал Алексей Кулиш. За кандидата проголосовало 34 из присутствовавших 49 делегатов. Вопрос был включен в повестку 25-й внеочередной выборной конференции. Ветеранам отрасли, а также другим делегатам вручили памятные награды к столетию республики. Заместитель председателя правительства Коми Галина Габушева отметила качественный результат работы Федерации с правительством региона. В этом году мы неоднократно встречались с активом профсоюзных лидеров, руководством Федерации профсоюзов республики в самых различных форматах, в том числе и у главы республики Коми. И впредь мы готовы к открытому сотрудничеству с Федерацией профсоюза. История создания в республике профсоюзных организаций насчитывает не один десяток лет. Еще в 1918 году в Усть-Сысольске был создан ряд профсоюзных организаций. Объединения прошли большой путь становления и развития. В настоящее время они занимают значимую позицию в социальном партнерстве с правительством республики Коми и руководителями отраслевых предприятий региона.